поросята месячные. Ну это очень огромные прям, посмотрите. Пьетренчики получились, он жопастенький, лысый. Этот трошки мохнатый, но все равно жопатый хороший. Три мальчика. На продаж готовы, все едят. Иди отсюда. С мамой выпустили первый раз в жизни погулять. А ну вот этого возьмешь на ручки? Да. Ух ты, херня. Все, ставь. Я не знаю, у них, наверное, кил по 15, да? Ага. Давайте их к маме туда выгоним. Пойдемте к маме. Пошли на улицу. Вот эти три поросенка у нее осталось. Но они, конечно, зачетные. Два лысых, один он мохнатый трошки. Но мохнатый тоже от лысых не отстает. А лысые, как положено, жопатые, все. Лысые мальчики, да? Они все три мальчика. Да. А, все три мальчика, так что. На этот самый. На волю. Вес, наверное, кил по 15, не меньше. Плохие такие. Чисто породистые свиньи. Ну, чтобы вы понимали, размеры, ну, очень большие. И вот они с мамой еще живут. Соответственно, возраст у них чуть больше месяца. Жизнь у меня смотришь. До сих пор еще мамку сосут. И вот этот мохнатый тоже стал, как этот самый. Догоняет этих кабанов. Лысый. Гляньте на лысый. Не выпускай ее, пусть гуляет здесь. Да на солнце пусть походит, сидит в сарае целыми сутками. И что это означать должно? Ну давай, побульдозери тут. Не надо мне в кампус. Вот такие вот поросятки.